Привет-привет всем! С вами снова я, Ингрида. Сегодня моя утренняя прогулочка заканчивается. Уже почти 8 часов утра, но еще я решила подойти к морю, показать вам, как оно выглядит сегодня утром. И еще я собралась зайти в порт, показать вам также эти красивые пиратские кораблики. Смотрите, я нахожусь совсем рядом. Ну, вот эта гора, там крепость Алании, и там рядом совсем порт. Но сейчас мы подойдем к морю. Уже кто-то плавает. Ой, эти батуты здесь еще в море, видите, такие выставлены. Смотрите, какое спокойное море. Наверное, еще не проснулась. Я тоже сегодня так тяжело просыпалась. Спать хотелось. Да, вот что значит свежий морской воздух. Сон появился. А наш путь, как я сказала, лежит туда, ближе к крепости, в порт. Ну, пройти мимо, конечно, этих красавчиков, медвежат, я тоже не могу. Ну, не знаю, что тут задумано было, медвежата, куалы или обезьянки, но это красиво. И они не только там, смотрите, где еще их расположили. Ну, видно, они еще катают посетителей, желающих. Ну, красота! Ну, вот дошла до пляжа Cocos Pool Beach. И здесь сворачиваем налево, в порт. Вроде знак, проезд здесь запрещен. Но с этой стороны машины действительно заехать не могут. А с той стороны спокойно заезжают. Но мотороллеры зато вечером здесь аккуратненько надо ходить. Слева, справа, везде. Да, здесь появились новые ресторанчики, конечно. Раньше был там Гавайи ресторан, а теперь Элвис. Ну, как-то сменились. Вот мне больше нравился, конечно, когда был Гавайи. Там так красиво было. Это действительно был один из красивейших здесь пляжей. Ну, итак, заходим в порт. Ну, на тренажерах уже люди занимаются. Велосипедисты тоже катаются. Погода отличная сегодня, тепло, ну, освежающе. Утром самая лучшая это прогулка. Нет такой жары, солнце не пекет еще. Сейчас мы подходим именно к городскому пляжу, который бесплатный, конечно, и там хороший вход в море, именно песочком. Но есть один минус, недостаток и довольно существенный. Здесь рядом порт. И, как сами понимаете, ну, не самое чистое море. Вот подойдемте поближе. Вот именно там городской пляж. Сейчас подойдемте с другой стороны, будет лучше видно. Ну, вот люди уже некоторые плавали. Вот здесь городской пляж. Я сюда думала, ну, мне лично здесь сюда дойти прям пару минут до пляжа. Это действительно, перейти дорогу просто. Но я сюда пока не собираюсь. Не знаю, пойду ли вообще. Как-то мне это присутствие такое близкое порта не очень нравится. Именно кораблей. С другой стороны, рядом с портом муниципалитет Алании. А мы отправляемся к кораблям. Как-то, правда, я их не очень-то много вижу. Вечером, конечно, здесь все выглядит совсем по-другому. Ярко, так пестро, нарядно, ну так празднично. А видите, утро так спокойно, тихо. Я как-то вам вечер показывала именно в порту, но впечатление, да, действительно. Такое, знаете, праздника, скажу. Именно вечером. Вот советую, кто будет именно в Алании, ну, и на набережную, вот именно в порт, придите обязательно. Красиво. И так красиво светится вот именно крепость Алании, которая на горе. Очень красиво выглядит здесь именно вечером. Кораблики тоже, похоже, еще спят. Как и я еще сонная хожу. Ну, вот это маленькие эти катеры, а они тоже катают прогулкой вокруг горы желающих.
именно вот этого мыса вокруг крепости, они катаются час. Вот за час они до Клеопатры доедут и обратно. Можете прокатиться, посмотреть, как выглядит крепость именно с другой стороны, с моря. Ну вот, приближаюсь к этим уже пиратским кораблям. Ну, некоторые я узнаю. Да, Angel Vision уже есть. Корабль, который мне очень нравился. Капитан Барбаросса, вот на нем мы как раз катались. И да, вот уже прогулка на таком катере будет длиться 3 часа. Они идут на экскурсии, идут утром и вечером. Вот вы можете выбрать, какое время вам удобнее, заранее зарезервировать. Даже за вами приедет трансфер, ваши апартаменты, неважно, вы где или в гостинице. И стоимость была на одного человека 120 лир. Ну, это было в прошлом году, точно не знаю, как в этом году. И на кораблике, вернее, на такой яхте, надо сказать, вас будут также кормить. Дают какой-то обед, правда, мы не кушали, я не знаю, что там давали, но кормят. А, там будет пенная вечеринка, дискотека для желающих. Конечно, плавать вы сможете, останавливается именно такие промежуточки, останавливается еще, вы можете плавать, так что купальник можете брать с собой, если пожелаете. Ну вот как-то так. А этот кораблик уже идет дальше. Он вокруг именно этой горы, вокруг крепости, доходит до Клеопатры и потом еще вперед туда, в сторону Афсалара. Потом в море, и там уже дискотека. И да, вижу, есть новые корабли. Вот мне самой даже интересно. Вот эти я все прохожу, эти я видела, вернее, в прошлом году они были. Это мне ничего нового, но хотя, наверное, интересно, кто первый раз мне было настолько интересно, что я думаю, что вам тоже интересно, кто первый раз смотрит, видит их. Но вот эти я два уже знаю, это новенькие. Вот Нептун, Викинг был. А вот следующий, посмотрим, как он называется. Пиратес Афалания, тоже мы катались. Просто немножко его преобразили, я почти не узнала. А следующий, сейчас посмотрим. Этот был кораблик, да? А вот этого точно не было. Как он, интересно, называется? Что-то новенькое. Дилара? Не знаю. Название пока не вижу. Да, вроде Дилара 6. Тут два одинаковых рядом. Ох, тоже что-то новое не было. Может быть, просто старые, конечно, наверняка старые кораблики, они преображают с новыми названиями, красивый новый дизайн делается. Ну, дальше уже яхты идут, на них тоже вы можете ее арендовать, также можете, конечно, плавать, плыть вокруг именно, я не знаю, горы или куда, вот на них я точно не плавала, куда они плывут, на яхте мы не плавали. Ну, похоже, что дальше будет мало интересно. Ну, и эти киоски. Как-то вот, видите, утром тихо, спокойно мы прошлись по всему порту, посмотрели на эти кораблики. Вечером такого спокойствия здесь точно нет. Здесь, как я сказала, ярко, красочно. Очень красиво. Так что советую сюда прийти обязательно вечером. Ну и на этом я закончу свое сегодняшнее видео. Уже 8:30. Пора мне возвращаться. На сегодня моя прогулочка заканчивается. И заканчиваю видео. Спасибо, конечно, всем за просмотр, за ваши лайки. Пишите комментарии, с удовольствием отвечу на все. И не забудьте подписаться, кто не подписался. До встречи в новом видео. Пока-пока!